Здорово. Сегодня покажу вам прикольный фокус с картами, который называется «Машина времени». Что нам нужно? Нам нужна с колодой «Машина времени». Это наш туз пик. Теперь нам нужна любая жертва, которая будет испытывать эту машину времени. Например, король пик. У нас есть машина времени, король пик. Король у нас отправляется в центр колоды. У нас сверху остается машина времени. Ее мы тоже засунем сюда. Сверху у нас уже не машина времени. Но если мы отсчитаем 5 секунд назад, то мы придем к моменту, когда у нас в центре король, а сверху туз. И это наша машина времени. Вот такой фокус. Скоро выйдет обучение. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.